Здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу протестировать вот эти гель-лаки, которые мне пришли в посылочке от фирмы InCosmetic. Это вот эти гель-лаки, называются Tartisso. Такая фирма. У меня еще их ни разу не было. Это вот первые мои гель-лаки. Я хочу посмотреть, как они работают, какая у них, как сказать, плотность лаков. И сколько там наполняемость бутылочек. И вот такой лак тоже, гель-лак. Вок такой фирмы. Вот. У меня пару лаков есть. Я привозила себе из России. Но я хочу тоже потом их попозже протестировать. Давайте эти сделаем. Выкрасочку сделаем и посмотрим. Хотелось бы измерить наполняемость баночек. Я же возьму палочки и мы посмотрим. Да? Вчера вот мне посылочка эта пришла. И хочу сделать так. Давайте эти в стороночку отставим лаки, чтобы они нам не мешали. Начнем вот с этих гель-лаков. Так. Ой, скользкие такие. Посмотрим, да? Так, это что? Classic Tartisso 10 мл. Вот такой лак. Так, номер 05. Классик, я говорила уже. Так, сейчас посмотрим, какой он. Ой, красивый, да, цвет. Но он, мне кажется, не очень плотный. Вот, смотрите. Я все, конечно, сегодня гель-лаки не буду показывать, потому что это длинное видео будет. Я разделю на несколько видео. Вот, сейчас мы посмотрим на наполняемость бутылочек. Насколько они полные, да? Проверим. Так, ровненько ставлю. Так, ну вот, смотрите. Так, как можно сказать? Как бы показать вам? Ну, я не знаю, 10, не 10, ой, капнула. В принципе, больше, чем половина. Может быть, это и 10 и есть, но я думаю, что не могут обманывать. Вот. Сейчас я подниму капельку эту. Возьмем. Как бы мне сделать, чтобы все бы... Давайте сразу выкрасим, чтобы мне гель-лак не терять. Посмотрим, какая плотность. Красивый цвет, очень такой. Вот. Хорошо наносится, кисточка мягенькая. Очень мягенькая. Она раскрывается очень хорошо. Так. Ну вот смотрите, в один слой, да? Можно даже второго не надо. Так, я уберу сейчас эту штучку. Смотрите, в один слой нанесла, сейчас второй слой будем делать. 30 секунд просушился, вроде все нормально. Видите, этого достаточно. Так, здесь что написано? 2-3 минуты, UV-лампа. Ну, LED 1 минута. Ну, в принципе... И хватает 30 тоже секунд. Липкость небольшая есть. Так, срок годности, значит, до 2019 года здесь написано. Это всего лишь год. Видите, до 2019 года. Маловато, конечно. Выпуск 16 и срок годности 19. Это маловато. За год, конечно, я его не использую. Липкость вообще как такая маленькая-маленькая. Ну, давайте нанесем второй слой и посмотрим. Но цвет очень шикарный, красивый. Очень супер. Мне нравится. Наносится отлично. Просто шикарно. Кисточка так раскрывается. Хорошая кисть. Плотный лак,
самовыравнивается, видите? Очень хороший. Так, просушу 30 секунд. Так, теперь, девчонки, берем другой лак. Это у нас уже 0,3. Вот как он тут называется? Тоже Тортисо, правильно. Такой номер. Этот какой-то так, как будто полупрозрачненький. Хотя я про них читала, что они все плотные. Ну, посмотрим. Да, он не совсем плотный. Такой. Посмотрим, как. Наносится очень легко. Супер. Вообще здорово. Цвета похожие, конечно. Просто это в два слоя, это в один. Вот, видите? Сейчас я просушу 30 секунд. Так, сейчас наносим второй слой. Посмотрим, как вторым слоем. Ну, цвета, конечно, похожие. Только он чуть-чуть посветлее. Чуть-чуть. Угу. Красивый цвет. Такой шикарный. Немножко светлее. Не знаю, как вам видно. Я думаю, что видно. Сейчас я просушу 30 секунд. Просушила 30 секунд. Смотрите, все просохло. Не надо ему минуту. Так как написано здесь, LED-лампа 1 минута, а UV-лампа 1-3 минуты. Я считаю, что достаточно даже было, что я сделала. Видите, все просохло. Давайте сейчас наполняемость проверим. Посмотрим, как. Сколько здесь. Ну, в принципе, мне этого достаточно будет. Ну, тоже так же, как и в том лачке. Сейчас я немножечко... Видите, сколько... Вот, получается вот так вот. Ну, больше, чем половина, но я думаю, что это 10 миллилитров и есть, да? Как тут заявлено продавцу. Вот. Срок годности тоже, девочки, да? Какого тут? Тоже 19-го, а изготовление 16-го. Ну, один год еще. Маловато, конечно. Ну, ничего. Так, 0,3 говорила уже. Так, дальше у нас какой цвет идет? Вот такой бордовенький он, по-моему. 90. TSL90. Так, тоже изготовление 19-й год. Ну, и не изготовление, а годен до 19-го. Изготовление 16-го. Классик. 10 миллилитров. Ну, посмотрим сейчас, какой он. Этот лак. Вообще лаки красивые. Очень нравится. Такой бордовый. Цвет насыщенный, плотный. Ложится очень хорошо. Качество хорошее. Очень хорошее. Такой плотненький прям. Даже достаточно одного слоя. Но я хочу сказать, что два все равно надо. Как бы не было. Немножко он это... Тоненьким слоем надо его. Я много взяла. Так, немножко полосит он, кстати. Вот эти вот лучше намного. Или то, что он темный. Темные лаки всегда так. Сейчас просушу 30 секунд. Так, девочки, смотрите, просохнут. Я так поняла, что чем он дольше сохнет, тем у него липкости нету. Практически вообще никакой. Маленькая совсем. Так, давайте сейчас проверим наполняемость. То есть бутылочки. Посмотрим, сколько здесь. Ой, выпачкалась.
Так. Ну, тоже так же, как и в тех лаках. Скажу, что прям до конца, ну, видите, докуда. Вот. Как мне сейчас самой даже посмотреть. Пол бутылочки, короче, не полная бутылка. Не знаю, 10 миллилитров здесь или не здесь, но видите, сколько. Так. Так, следующий у нас цвет, это вот такой вот 01, такой с шиммером, 10 миллилитров тоже. Вот. Что здесь, какой срок годности? Тут тоже до 19 срок годности, изготовление 16, тоже один год, маловато. Вот. Это кошачий глаз у нас. Видите, написано. Сейчас посмотрим, что за кошачий глаз. Интересно мне. Немножечко его сболтать надо. Вот. Я пока буду делать без подложки. Просто посмотрим. Но цвет красивый. Очень такой кирпичный какой-то. И коричневый нет. Красивый цвет. Так, сейчас попробуем его сделать. Посмотрим, что же у нас получится. Так. Угу. Не знаю, мне кажется, магнитик слабенький или нет. Блики есть, видите, да? Это на первый раз только. Так, сейчас я просушу один разочек. Так, покрываем второй раз. Красивый очень цвет, кирпичный. У меня нет такого еще. Очень красивый. Так, давайте таким ровненьким сделаем просто. Ну, вот такой вот у нас получился, видите, кошечка такая. Ну, не скажу, что прям там ох, ну ничего. Видите, какой блик. Я даже сейчас его сама не вижу. Что-то я его это... Это еще разочек я сейчас сделаю. Посмотрим. Так, сверху распределю. Как он тут будет. Так. Ну, что-то есть. Не скажу прям там. Ну ничего, такой темно-бордовый какой-то он теперь получился. А внутри кирпич такой. Ну, красивый цвет. Интересный цвет. Сейчас просушу. Ну вот, смотрите, что получилось. Видите, какой. Ну ничего, мне нравится. Красивый. Очень красивый. Вот этот номер первый. Сейчас я наполняемость бутылочки проверю. Надо было сразу, что-то я забыла. Давайте проверим, посмотрим. Там уж немножко помазала, ничего страшного. Ну, так же, как и во всех. Видите, сколько? Может, это 10, не знаю. Но я не думаю, что будет обманывать. Вот. Так. Так, вот этот теперь у нас номер идет. 06 тоже кошечка. Тоже 10 миллилитров. Это же фирмы Тисо. Так, срок годности тоже до 19, изготовление 16. Такой розоватый. Ну, видите, какой бутылка розоватая, а сам на самом деле он совсем другого цвета.
Такой какой-то золотой с розовым подтоном. Думаю, должен красивый быть. Намазала уже здесь. Немножечко намазала. Так, ну ладно, давайте попробуем, посмотрим, да? Давайте, хочу вот этой кругляшкой. Мне, правда, здесь она с браком. Я говорила, магнитик пришел. Но я уже продавцу написала. Не знаю, ничего не ответил. Вообще-то, честно вам сказать, что-то тут я ничего не вижу. Что-то прыгало. Это вообще даже не кошка. Что-то есть такое слабое. Ужас. Вообще ничего не видно, видите? Как вам показать-то? Вообще ничего нету. Не так. Ну-ка еще раз намажу. Посмотрю побольше. Уж я мало сделала. Хотя уже аж у меня льется этот лак. Не знаю. У меня он первый раз. У меня еще его не было. И что-то я думаю, что я его больше даже покупать не буду. Потому что что-то мне он не очень как-то. Честно говоря. Эти вот еще ничего красный, вот этот красный. А вот эти что-то я не знаю как-то. Тут вот он полупрозрачный. И тут слабая кошка появилась, видите? Сейчас просушим, посмотрим. Ну вот, просушила, смотрите, он 30 секунд, все просохло. Сейчас мы второй слой нанесем, посмотрим. Как оно будет со вторым слоем. В общем, пока он мне не нравится. Эффект никакой. Хотя я думала, у него эффект красивый. Вот. Сейчас посмотрим еще разочек. Может быть, на темную подложку он будет неплохо. Не знаю. Ну, кошка вообще слабая. Сейчас возьму другой магнит. Этот расправлю. Может быть, другим магнитом будет сильнее. Сейчас, минуточку. У меня еще есть один магнитик. Но я его так с пальцем. Сейчас этот расправлю. Может быть, тут лучше действительно сработает. Может, этот слабый. Посмотрим, как этот будет. Сейчас я его вставлю. Я тут выскочил. Так. Ну-ка. То же самое. Это просто лак такой. В общем, не советую такой лак вам. Что-то я разочарована в нем. Хотя вроде наслышана. Но я разочаровалась. Видите, как слабо и не очень. Должно розовенькое быть. Это розовый подтон. Абсолютно. Ничего. Ноль. Так, телефон мой. Так, девочки, теперь взяла вот такой цвет. Это 06, серенький такой. То у меня тут тоже 06 был, это кошачий глаз. А это вот такой вот серенький, тоже 10 миллилитров. 19 до 19 года. Вот. Сейчас посмотрим, что за цвет. И давайте сразу посмотрю, сколько наполняемость. Посмотрим, сколько здесь. Ой. Ну так же, как и во всех. Видите, даже, по-моему, даже чуть-чуть поменьше здесь. В общем, кажется, не полные бутылки, вообще не полные. Вообще-то бутылочки большие. Вот, может быть, и 10 есть здесь. Ладно, давайте выкрасим. Красивый такой цвет. Очень такой шикарный. Вау. Нравится очень.
кисточка такая прям классная. Мягкая-мягкая. Только я многовато немножечко взяла. Это поменьше. Подружка сейчас позвонила. В отпуск собираются, хотят поехать, может, даже вместе поедем на Пасху куда-нибудь. Вот видите, немножечко я его, но он выравнивается, прям выравнивается, выравнивается. Красивый такой, ну, такой светлый, не мышиный, а такой какой-то, ну, светло-серый цвет. Ну вот просушила 30 секунд, в принципе, все просохло, видите. Абсолютно хватает. Лампа мощная, 48 ватт, поэтому, может быть, если меньше ватт, то надо и подольше, чтобы это... А когда лампа мощная, этого достаточно. Этого хватает. Так, второй раз. Но я хочу сказать, что два раза обязательно надо. Он не такой уж прямо это, что, ну, как... Вообще он плотный, да. Ну, два раза надо. Видите, как классно он выровнялся. Все самовыравнивается. Вообще лаки хорошие. Зря я сказала, что я не советую. Ну, я бы уже такие, наверное, больше не купила. Даже другие цвета. Мне вот уже как-то, не знаю. Теперь у нас вот такой беленький идет 0,1, как всегда обычно. Вот тоже 10 мл, тоже 19-й год. Почему я бы еще говорю, что я больше бы не заказала? Потому что, во-первых, 19-й год, срок годности очень маленький, да, считай год. Я за год, конечно, их не истрачу. Вот, и поэтому, да. И потом, что-то мне кажется, как-то вот, не знаю, я, конечно, еще попробую их покрасить на ногтях, как они. Потому что типсы типсами... А на ногтях совсем по-другому. Посмотрю, как они в носке. Вот. Тоже забыла измерить, сколько. Ну ладно, не важно. В принципе, у них одинаково у всех, смотрю. Я, видите, самовыравнивается. В принципе, так ничего, неплохой. Ничего плохого сказать не могу. Цвета красивые. Такой беленький. В общем, сейчас я нанесла второй цвет белого. Даже можно сейчас немножко продублировать. Немножечко белый цвет, конечно, он капризный. Он немножко делает полоски. Ну, надо немножечко чуть подождать. Он потом начинает самовыравниваться. Видите? Да, самовыравнивается. И вообще цвет такой, это, я скажу вам, прямо белоснежный. Белый-белый, прямо с голубизной. Такой. Сейчас я просушу 30 секунд. Даже, может быть, для белого чуть побольше надо. Ну вот, просушила, да. Смотрите, 30 секунд. Мне кажется, все уже высохло. Этого, вот, этого хватает. Такой белоснежный, он белоснежный. Смотрите, прямо с голубизной идет. Вот. И по качеству неплохие лаки. Видите, они не сопливые, они не тянутся, прямо чтобы так. И вообще запах есть. Ну, не резкий такой, но немножко есть. Видите? На бутылочке, конечно, я вам скажу, до половины. Я не знаю, 10 мл там или сколько. Сейчас проверим даже, посмотрим. Что я тут немножечко на одну эту сделала. Ничего страшного. Посмотрим, все-таки мне интересно, какая наполняемость баночек. Вообще, этот гель-лак, он китайский, но его на Алиэкспресс нету. Вот здесь побольше, видите, она более пополнее, чем вот там предыдущие были. Это более пополнее. Ну, мне хватит, знаете, в принципе. Лишь бы он в носке хороший был. Вот. В принципе, я наслышана про него. Ну, не знаю, что-то. Я не скажу, что я прям там, прям в восторге. Ну, так вот,
Неплохой, смотрите, неплохой. Можно, конечно, тартиссо. Тут написано Made in China. 19-го тоже года. В общем, вот так. Сами решайте, нужно вам эти лаки или нет. Хотите вы это или нет. В общем, вот такие, смотрите, гель-лаки. Неплохие. Они у меня просохли 30 секунд. Я не знаю, там заявлено, что... Я говорила уже, да? Одну минуту, LED-лампа. Все просохло. Так, девочки, я еще хотела протестировать, знаете, вот на эту же, эту вот этот вок. Я не знаю, сколько у меня там минут получится, не хотела бы долго. Вот эти гель-лаки. Давайте попробуем эти. Я в стороночку уберу. А эти мы протестируем. Знаете, мне вообще очень вок нравится. Это российская наша фирма. Ну, как ваша, да? Хотя я тоже русская. Я люблю очень все российское. Мне очень нравится. Я не люблю иностранное все. Хотя я за границей живу. Но мне я больше предпочитаю все наше российское. Давайте вот этот номер. Какой у нас? 834. Вот такой вот цвет. Оливковый пляж называется. Сейчас посмотрим. Ой, тугой какой. Ой, какой красивый, смотрите. Вообще, пока качество хорошее лака. Цвет красивый. Вот он сейчас как есть, так и есть. Вот такой цвет. Очень шикарный. Классный вообще. Так, давайте сделаем рядышком. Потом я подпишу все, чтобы знать. Ой, плотный очень. Такой классный. Очень плотный. Какой классный. Так, сейчас я его немножечко уберу. Такой цвет очень в моде. Олива, горчичный. По-моему, у меня тоже горчичный здесь есть. Какой красивый. Его даже можно второй раз не наносить. Он уже такой, знаете, плотненький-плотненький. Я все равно сделаю. Я должна знать, как он будет на два раза. Сейчас немножко намазала здесь. Смотрите, какой классный цвет. Сейчас просушу. Так, все просохло у меня. Сейчас я наношу второй слой. Все-таки хочу два слоя, потому что мне интересно, как два слоя будет. Шикарный лак. Вообще вок очень хороший. Цена, конечно, это не бюджетная. Вот. Смотрите, какой классный цвет. Обалденный. Так, сушим. Ну, в общем, я просушила, да, вот смотрите, он просух, все окей. Так, теперь смотрите, дата разлива написана 17-го года. Я не знаю, сколько он будет годен, но 17-го года, если разлив, но 2 года, я думаю, может быть, 3 года еще годен будет. Тут нигде не написано. Вообще-то здесь мелкими буквами написано изготовление 17-го года. А, срок годности 3 года. Вот здесь написано мелкими-мелкими буквами. Вот тут вот. 3 года, да, нормально тогда пойдет. Вот. А вот эти вот вообще мало. Поэтому, конечно, это очень плохо. Так, ну ладно тогда. Я уже сказала какой-то номер, да, Оливковый пляж и 834. Очень хороший. Так, дальше что у нас? Какой идет шифон? Такой шифон, номер 825. Долговатый, слушайте. Я даже, ой, еле открыла. Еле открыла. Он какой красивый. Такой белый, не белый, а какой-то такой грязно-белый. В общем, такой-то непонятный цвет, даже сказать не могу. Ну, ладно.
Они густые-густые, плотные такие. Ну, запаха практически нету. Практически нету. Никакого я так не чувствую. Там кисточка очень мягкая, тоже хорошая. Так веером раскрывается прям. Удобно ей красить. Не полосит ничего. Прям такая шикарная кисточка. Очень хорошая. Тоже лак самовыравнивается. Немножечко здесь подотру, размазала. Смотрите. Видите, какой. Цвет красивый. Мне кажется, такие цвета всегда в моде. Вот. Вообще, мне Вок очень нравится. Я буду его еще выписывать, заказывать. Мне очень, ну как, гель-лак этот просто нравится. Сама, как бы, дизайн такой вот. Это розочка, симпатичный бутылечек такой, приятный. Здесь сколько? 10 миллилитров тоже. Я же не проверила, даже забыла. Видите, вот все забыла. Сейчас мы проверим наполняемость бутылочек. Что я там маленечко-то израсходовала совсем. Сейчас посмотрим, насколько здесь идет 10 миллилитров. Так. Посмотрим. Ну, тоже как в тех. Может быть, это и 10, я не знаю. Не буду ничего говорить, потому что, честно, я не знаю. Вот. Видели, да? Показала. Так, теперь в этом сейчас посмотрим. Ой, все руки у меня липкие. Так, ну все, закрываю. Так, теперь в этом. Пока я еще второй раз не намазала. Посмотрим, как. Также, видите, половина. Это я уже много взяла вот так вот. Вот, видите, там даже в той больше. Ну, ничего страшного. Где чуть перелито, где чуть недолито, ничего страшного. Так, все. Покрываем второй раз. Интересный такой лак какой-то. Я не могу даже цвет сказать. Там написано шифон, но это, я имею в виду, как вот. Не шифон, конечно, но ну, какой-то непонятный цвет. И не серый, потому что вот серый, видите, а этот какой-то вот с оливом смешано. Вот это вот как серый, да, это той фирмы идет, а это как что-то, как будто бежевато-серый, что-то такое вот, да, бежевато-серый. У вас, наверное, по-моему, по-другому он цвет передает, как сероватый. На самом деле он не сероватый. Бежевато какой-то, сероватый. Вот такой, да. Сейчас я его просушу. Там, девочки, теперь вот этот номер у нас идет. 832. Называется «Мокрый песок». Такое название. Сейчас мы сразу наполняемость проверим. Ой, какой красивый горчичный цвет. Шикарный просто. Потому что если тестировать, значит, надо все тестировать. Наполняемость и все. Тут я задела немножко, видите, докуда. Вот. Ну, так же, как у тех бутылочках. Вроде как одинаково у всех. Не скажу, что прям там доверху все налито. Ну. Так. Давайте посмотрим, какой красивый цвет. Такой какой-то, ну, горчица, да. Горчичный. Очень красивый.
тоже модно сейчас. Наносится очень хорошо, мягенько. Только немножечко, по-моему, мне кажется, он полосит. Я его не могу выровнять. Ну, второй раз все равно надо второй слой. Вот у нас там стуча наверху. Не обращайте внимания. Видите, какой цвет? Сейчас я его просушу. Так, наносим сейчас второй раз. Посмотрим, как он у меня густой, сильно густой, такой плотный-плотный. Прямо аж кисточка прилипает к типси, к лаку. Не знаю, очень густой. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, немножко проблемно наносить будет, что он такой густой. Но очень красивый. Видите, какой цвет. Вот он на самом деле какой есть, такой передается. Сейчас просушу 30 секунд. Так, девочки, теперь у нас вот это персидский канал. Коралл, извиняюсь, канал говорю, коралл. Прочитать по-русски уже не могу. Так, его выкрасим. Какой красивый кирпичный цвет такой есть, небольшим, по-моему. По-моему, небольшой шиммер есть. Он пожиже уже идет такой, не такой, как вот этот вот. Чуть пожиже. Немножко меньше возьму. Забыла это посмотреть, сколько наполняемость. Видите, как тороплюсь. Долго тоже не хочу, чтобы видео длинное было. Ну, да, достаточно. Смотрите, какой красивый цвет. Сейчас в лампе просушу 30 секунд. Так, ну все, девочки, я просушила. Вот два слоя сделала. Смотрите. Видите, какой красивый цвет, да, кирпичный. Плотные лаки, очень хорошие лак. Кстати, я советую, прям они классные. Сейчас наполняемость проверим. Да, нормальная. Видите, какая, да, куда. Ну, так же, как у тех банок, у тех бутылочках. То же самое. То же самое, да, хороший лак. Очень хороший. Так, и вот этот вот уже номер 026 «Искры фейерверка». Сейчас посмотрим, что это за лак. Ой, тугие какие. Ага, это какой-то такой, или хамелеон, или кошка. Непонятно. Самое интересное, этикетка, смотрите, синяя, да, вот здесь вот. Как будто этот цвет такой, а на самом деле цвет-то, смотрите, зеленый. Ну, сейчас проверим, как он будет. На самом деле, какого, не знаю, кошка, не кошка. Сейчас магнитик поднесу, посмотрю, я не помню. Я вроде, да, он синим отливом передает. Наверное, это кошка или хамелеон. Интересный лак, очень интересный. Цвет такой какой-то необычный. Хамелеонистая кошка, наверное, скорее всего. Синим отливом. Очень красивый. Так, ну давайте попробуем магнитик. Смотрим, что будет, да? Смотрите, какой сливом передается. Синим отливом делается. А, кошка, да. Кстати, очень красивая кошка. Она это. Смотрите, как. Тут по краям синие, а тут вот эти вот блестки собрались. Они как зеленоватые, такие золотые. Очень красивая. Шикарная просто. Шикарная. Шикарная кошечка. Очень понравилась. Сейчас я просушу 30 секунд. Смотрите, просушила. Видите, какой эффект.
синяя здесь, а тут такой вот. Сейчас второй раз нанесем, посмотрим. Вот этой кошкой я довольна, прям прелесть. Немножко подскочила по бокам. Чуть-чуть. Попробую побольше так сделать. Красивая. Я хочу, чтобы вам видно было. Ну, шикарная. Смотрите, какая классная. Хорошая кошечка. Так. В общем, вот такие вот у меня красочки получились. Сейчас я все топом покрою. Винолиза топом вот таким вот. И вам покажу, как оно будет. Да? Такие вот классные. Ну, в общем, все я просушила, покрыла топом вот таким вот Винолиза. Вот, смотрите, какая красота получилась. Очень шикарные цвета. Особенно вук мне понравился. Эти тоже хорошие. Тоже неплохие. Но мне кажется, кошечки такие слабые. Особенно вот эта вот кошечка. Сейчас я все подпишу, чтобы мне потом знать. Вот эти очень красивые цвета. Это классик красный, очень классный. Очень здоровские. Сейчас я дальше буду. Это у меня первая часть. Я еще вторую часть сделаю остальных гель-лаков. Посмотрите. Спасибо всем за внимание, кто смотрел меня, слушал. Всем моим подписчикам. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.